Для Раушана Рашидова из Новоспасского района пчеловодство стало образом жизни. Как он сам сказал, пчелами занимается 30 лет и 3 года. По основному образованию Раушан Ханафиевич – инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры. Занимался производством роботов-манипуляторов. У него 2 высших образования. На стыке 2 профессий родилось уникальное изобретение – пчеловодные весы с дистанционным доступом через интернет. Другими словами, имея такие весы, любой пчеловод может наблюдать за пасекой, за ульем, на котором стоят весы, через смартфон. Это, я считаю, самый главный, наверное, основной объективный показатель работы пчелосемьи. То есть вес улья именно конкретно как раз вот в самый сезон. Поэтому это на своем опыте убедился, что это очень важная вещь, и в ней есть острая необходимость. Поэтому мне сын помог разработать это все, потому что здесь программное обеспечение полностью на нем, он хороший программист. Младший сын тоже помогал с программой, ну, с оформлением сайта. По словам Раушана Рашидова, это полностью собственная разработка. Весы получились компактными, беспроводными и, как утверждает пчеловод, одними из самых долгоиграющих весов среди аналогов. Я, кстати, вот на Пиславе был, когда разговаривал с Томашем Лысонем. Это самая крупная пчеловодная фирма, наверное, мировая. У нее в 60 странах, что ли, филиалы. И они, я говорю, можно посмотреть ваши весы? Он говорит, отличные весы, 8 килограмм весят, на 3 месяца хватает 6 батареек пальчиковых. У нас, вот для сравнения, мизинчиковых батареек в весах хватает на сезон весь полностью, на год. 2 мизинчиковые батареи маленькие. Вот разница, да? А вот цифровая станция на тачке у нас, как бы для связи с интернетом, она вообще от солнца подзаряжается, аккумулятор, ей вообще не нужно менять элементы питания. Все процессы в его хозяйстве доведены до совершенства. Ежедневное взвешивание улья довольно точно покажет, насколько увеличилась или, наоборот, уменьшилась его масса, сколько меда пчелы принесли за день или съели его, а сколько было в течение всей недели. Весы взвешивают каждые 15 минут. Показания очень напоминают кардиограмму. Так пчеловод может понять, насколько пчелы работоспособны, природа располагает или нет к взятку, чтобы рассчитать дальнейшие шаги. То есть, если мы, нам надо понимать, если есть мед, то нужно улей расширять, так? Если меда нет, то расширение это бесполезно, это просто как бы будет оно даже во вред. Поэтому вот держать руку на пульсе все время, причем это очень большое дело, причем это не выходя из дома. То есть я вот утром просыпаюсь и сразу смотрю, потому что мне важно знать картину реально, что за вчера произошло, какая этот тренд какой, тенденция какая. На участке пчеловода сейчас находится около 100 ульев. За их весом он наблюдает по показаниям 15 весов, расположенных в разных точках в радиусе 250 километров. Изобретение Раушана Рашидова прославилось на всю страну. Весы охотно покупают пчеловоды из других регионов. Как сказал сам изобретатель, он уже изготовил более 600 таких весов. Ирина Антонова, Улправда ТВ.